Дорога к звездам лежит через космодром, построенный у маленького полустанка Тюратам. Для нас Байконур не чужой город. И если не по месту появления на свет, то по признаку профессионального рождения мы, космонавты, вправе считать Байконур своей родиной. И, конечно, я пролетаю сюда с радостью. Однако улетать космодромом предпочитаю не на самолете, а на ракете. Такова моя дорога к звездам. И такой была моя дорога на космодром.